В Югре стало больше малых и средних предпринимателей. Это результат принятых ранее мер поддержки. К таким выводам пришли на региональном оперативном штабе. С начала года количество бизнесменов увеличилось почти на 6 тысяч человек. Теперь всего в деловом сообществе Югры состоят порядка 250 тысяч человек. В 2022-м финансовую поддержку получили уже более 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая сумма выделенных им средств составила около 900 миллионов рублей. Югорская региональная микрокредитная организация предоставила около 90 займов. Также для бизнесменов действует такая мера поддержки, как кредитные каникулы.